Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо цикл наших програм «Роздуми про важливе». Що таке шлюб? Над цим питанням ламають голову люди вже багато століть. Як і над тим, що означає слово «любов». Що таке вінчання? Чи потрібно воно? Як ви відноситесь до цивільного шлюбу? З цими питаннями ми вийшли на вулиці нашого міста, аби запитати у коростенців. І саме це та багато іншого ми сьогодні обговоримо разом з нашим постійним гостем, священником Віталієм. Вітаю вас, отець Віталію. Отець Віталію, давайте разом переглянемо, що відповіли коростенці на запитання, що таке шлюб, чи варто вінчатися, і яке відношення вони мають до цивільного шлюбу. Що в вашому понятті шлюб? Що для вас шлюб? Надіжність, любов, взаємозв'язок двох людей, які люблять друг друга. Ну так, я розумію. Це кохання, це відповідальність, це бажання прожити все життя поруч і разом, творити добро один одному. Это два любимых человека, которых очень сильно любят и женятся, и хотят прожить в браке очень долго, и хотят иметь детей, которых они будут любить вместе. Это семейные узы, я так понимаю, когда мужчина находит женщину по своему сердцу, и наоборот, женщина мужчину по своему, и вместе живут, вместе строят свою судьбу. Ну, это когда люди кохают один одного, понимают, что должны быть разом. Ну, напевно, так. Коли вже в шлюбі, вже ти знаєш, що для тебе існує тільки один чоловік. Це твій коханий. Шлюб? Угу. Ну, це відношення між людьми, взаєморозуміння, ну, напевно, почуття. І у нас зовсім інші поняття, ніж у молодежі. Я смотрю, що зараз молодежь в шлюбі. Кожен хоче друг перед другом утвердитися. У нас було в своє время зовсім по-другому. Ми підстраювалися, нас мами так учили, підстраювалися під мужа, щоб мужу було все добре. Мужу добре, значить тобі буде добре в сім'ї, тому що муж – кормилець, як говориться. Вот. І не потрібно обостряти з ним відносини, тому що ти тільки усугубляєш отношения в семье. А ваше отношение до цивильного шлюбу? До цивильного шлюбу, может быть, вы знаете, что для современной молодежи это и выход из положения. Вот, они, как говорится, присмотрятся друг к другу, притрутся. Если что-то не получилось, можно, как говорится, разойтись. Вот, ну, я знаю, я отношусь положительно. Бумажка – это не главное. Самое главное, чтобы люди любили друг друга. А бумага нічого не значить. Вона і не держить. Я тільки по закону. Да. І все. А толку ніякого. Якщо люди люблять друг друга, вони і так будуть жити. Правда? Категорично ні. Це безвідповідальність. Тільки законний шлюб, бо цивільний шлюб не дає ніяких прав. Дитина народжується, це йде навантаження на державу, що держава повинна платити, забезпечувати соціальні різні виплати, а якщо законний шлюб, значить за це відповідає батько і мати. Воно, мені здається, ну, не справжнє таке, як повинно бути. Ну, якось так. Я проти цивільного шлюбу. Ну, якщо чоловік з жінкою хочуть бути разом, то, ну, хоча б, це для кожного, я кожен має свою думку, хто як. Звісно, деякі вважають, що штамп в паспорті – це не головне. Ну, як для кого? Ну, в общем-то, мне это не очень нравится, как бы. Я знаю, что молодежь очень часто сейчас так живет, но я этого не придерживаюсь. Ну, не по-божьи это. Нет, негативно. А чи обов'язково вінчатися? Ні, це вже потім, якщо там прожити пару літок, то да, вже можна вінчатися. А вдруг розведуться, хто знає. Ні, вінчання – це у душі повинно бути. Це мода сьогодні. Якщо людина повинна дійти до цього, і не так, що сьогодні розписалися в ЗАГСі, а завтра вінчаються, наприклад. І що це? Ну, я думаю, да. Це духовні узи, які з'єднуються в місті. Тобто, як кажуть, когда венчают брак, связывается и на земле, как и на небе, вернее, на небе, как и на земле. То есть, в принципе, у нас, как у христиан, это должно быть на первом месте венчание. Потому что это скрепление двух душ, не только тел. Ну, это я так думаю.
Як ми почули, шлюб – це союз двох людей, який базується на коханні, взаємоповазі, а ще він офіційно зареєстрований у відділі РАЦ. На сьогоднішній день час змінюється, і вже люди не так офіційно ставляться до потреби того, щоб офіційно зареєструватися. А взагалі, яке місце церква віддає шлюбу, щоб побратились двоє людей, чи обов'язково вінчатися на сьогоднішній день? Я думаю, современность, как и все прошедшие столетия, так как заповеди Божии не меняются, так же самые нравственные законы не меняются, не меняются законы природы, поэтому я не думаю, что современность должна вносить какие-то свои коррективы, нужно или не нужно венчаться. Конечно же, венчаться нужно, но для начала хотелось бы все-таки расставить точки над «и». И вот дело в том, что сейчас много так непониманий возникает из-за самих терминов, терминологии. У нас называют гражданским браком, то есть цивильным шлюбом, на самом деле сожительство. То есть гражданский брак – это брак, который заверен именно в ЗАГСе. Когда стоит печать в паспорте, вот это называется гражданский брак. А венчанный брак – это есть уже с благословением церкви, то есть гражданский – это в ЗАГСе, венчанный в церкви с благословением Божьим. А то, что у нас называют гражданским браком или цивильным шлюбом, это просто-напросто есть и было простое сожительство двух людей. Церковь вообще браку дает чрезвычайно высокое значение, потому что брак есть одно из семи таинств церкви. И брачный союз двух людей – это, конечно же, в первую очередь союз любви, союз взаимопонимания, союз взаимоуважения. И церковь очень с большим трепетом и с большой важностью относится к этому союзу, так как и в Священном Писании, и в Церковном Предании очень часто упоминаются брачные союзы, которые были угодны Богу, которые получали благословение Божие. Конечно же, самый первый брак – это единение и союз первых людей, Адама и Евы. Союз во всем, союз в радости, союз, к сожалению, даже в преступлении, потому что согрешив Ева, согрешил и Адам. Но этот был союз, который он был нерасторжим, потому что совместные радости и скорби в конечном итоге привели и к совместному спасению. Поэтому, конечно же, церковь ставит во главу угла и венчание, и брака как таковой. Взагалі, певний час тому назад вінчання стало такою модою. На сьогоднішній день, взагалі, якщо людина вирішила вже звершити, молоді люди між собою, таїнство вінчання, що має передувати? Офіційна реєстрація шлюбу чи вінчання у церкві? Я согласен з тим, що це таїнство церкви, як вінчання, оно, может быть, какое-то время и было модой. Может быть, для некоторых оно сейчас остается как мода. Да, действительно, это очень красиво, визуально красиво. На венчание приглашаются фотографы, операторы, которые снимают эти памятные моменты. Может быть, для некоторых это является просто неким антуражем, нечто внешнее. На самом деле, конечно же, взгляд церкви и взгляд христианина должен быть немножко другой, потому что здесь самое главное – духовная основа брака и духовная основа венчания. Потому что брак является единением в любви, это единение на всех трех уровнях человека. Это единение на уровне тела, это единение на уровне души и единение на уровне духа. Как знаменитый писатель Антуан де Сент-Экзюпери однажды сказал, что настоящая любовь – это не смотреть друг на друга всю жизнь, а это смотреть в одном направлении. Поэтому если есть духовная основа в браке, и эта основа в Боге, то, конечно же, такой брак будет крепким и сильным, и он не будет расторжим, этот брак.
что, как нужно поступать, то есть сначала регистрировать брак в ЗАГСе, или это можно сделать потом после венчания. Ну, я думаю, для современных людей это должно решаться как-то уже на совместном уровне. Здесь нету точных каких-то граней, точных церковных установлений, что должно как бы предварять само венчання або реєстрація в ЗАГСі. Дуже багато є прикладів того, що люди живуть щасливо, кохають один одного, але вони не повінчені. В таких браках народжуються діти, і зразу постає питання, чи не відображається це на дітях, якщо батьки не повінчені? Адже, як ви сказали, це є таїнство, одне з семи церкви. І взагалі, як церква відноситься якраз до співмешкання, якщо говорити так, як ви виразилися, а я називала це до цивільного шлюбу? Конечно же, ну, понятно, что церковь отрицательно относится к сожительству, но тем не менее, все-таки есть надежда, так как есть надежда всегда в самом человеке, что он не останется на своем уровне, на котором он находится, что он будет расти духовно, что церковь всегда с надеждой смотрит на нравственное и моральное состояние человека, что он не будет коснеть в том грехе или пороке, в котором он находится, а будет все-таки искать выходы и искать возможности самоулучшения и самосовершенствования с помощью Божией. Также сама церковь смотрит и на гражданский брак или на простое сожительство. То есть надежда, что такой брак перерастет в нечто большее. Я не знаю, какие причины сподвигают, я не могу сказать, сподвигают людей, двоих людей, мужчину и женщину, парня и девушку, соглашаться на взаимное просто сожительство или на гражданский брак без венчания. Но все-таки, возможно, здесь играет роль, ну, может быть, некоторая закрытость, эгоизм, может быть, нежелание ответственности, нежелание воплощать в себе идеал христианский, потому что идеал — это все-таки, как Господь сказал в Священном Писании, что такое брак, это когда Господь говорит, сотворивший мужчину и женщину, сотворил их, и двое будут одной плотью. Вот это есть идеал христианского брака, когда двое становятся одной плотью. То есть вопрос встает такой, если пара не желает венчаться и тем более не желает регистрировать даже в ЗАГСе свой брак, то значит они и не надеются все-таки, может быть, найти друг в друге поддержку и оплот на всю жизнь. То есть какая-то двойственность есть в мыслях, двойственность в намерениях. То есть вот я проверю, я попробую пожить, если получится, то хорошо, если не получится, то разбежимся. Такое, знаете, получается предприятие с ограниченной ответственностью, а не брак. То есть, если получится хорошо, не получится плохо. Но ведь по-христиански это когда мы все-таки пытаемся понять другого человека и пытаемся понести эту тяжесть. Потому что брак — это, конечно же, не только радость, это не только счастье брачное, это не только взаимная какая-то даже выгода, а это еще и взаимное перенесение скорбей, это взаимопомощь, это взаимоподдержка. Поэтому церковь смотрит на, вот, естественно, отрицательно на такие сожительства, но тем не менее она не теряет надежду, что даже в таком состоянии двое могут найти в себе нечто большее, могут найти тот фундамент, уже на котором они смогут создать семью и в конечном итоге повенчаться. Отвечаю на вопрос стосовно дітей, да, які народжуються в таких шлюбах. Я не могу однозначно сказати, потому что точно как бы, постановление святоотеческое или в церковных канонах, конечно же, об этом не сказано. У пророка Иезекииля сказано, что сын не отвечает за отца своего, как и отец не отвечает за грехи сына своего. Но насколько это влияет на ребенка, самобрачное состояние, я не могу сказать. Потому что все-таки личные грехи, да, они никак не передаются на детей, они остаются личными грехами. Могут передаться детям только какие-то родовые страсти и пороки. На каком-то даже генном уровне они могут передаться.
А що може стати перешкодою для укладання церковного шлюбу і які обов'язки накладає на подружжя саме таїнство вінчання? Таинство венчания, действительно, это в первую же очередь обязанность стараться быть для другого человека, можно сказать, всем. То есть отдавать свою жизнь ради другого человека. В этом есть идеал любви. Господь говорит в Священном Писании, что нет больше той любви, если кто положит душу свою за други своя. Это есть воплощение любви Христовой, любви евангельской, потому что Христос отдал себя всего ради спасения каждого, ради спасения всего человечества. И претерпел страшную и болезненную, и позорную смерть на кресте ради всех нас. Он воплотил этот идеал и нам показал этот идеал. Поэтому маленький идеал, и мы можем воплотить в своей жизни, когда мы стараемся жить не ради себя, а ради другого человека. Поэтому брак и семья является хорошим учителем благочестия, училищем, вернее, благочестия, когда мы учимся и стараемся жить ради другого человека, больше заботиться о другом человеке. Вот одна женщина вот, очень замечательно такие слова сказала, мне очень понравилось, она мудро сказала, она говорит, вот раньше нас мамы учили так, что нужно стараться угодить мужу своему. То же самое можно сказать и по отношению к мужу, что нужно стараться угодить жене своей. Если так двое будут поступать друг к другу, то брак тогда будет по-настоящему крепким. Потому что основные проблемы современного брака и состоят в том, что действительно в эгоизме, что каждый живет ради себя, каждый не желает видеть проблемы и потребности другого человека. Друг к другу часто очень относятся с доброй такой толикой самолюбия, эгоизма и собственничества. То есть не признавая каких-то желаний, мечтаний, устремлений другого человека. Питання перше було спочатку, а що може стати на перешкоді до церковного шлюбу для двох людей, які хочуть побратися? Препятствия, нерасторгнутый брак прежде, то есть если один из желающих повенчаться уже был повенчан, муж или жена, то есть уже состоял в церковном браке, то такой брак, конечно, сначала нужно взять благословение от управляющего архиерея, потому что только он может решать такие вопросы, то есть к священнику с таким вопросом не обращаются. Это решает архиерей. И тогда с этим благословением можно повторно венчаться. Конечно же, это близкородственные связи, то есть двоюродные, там, троюродные братья и сестры. Возможно, это, конечно же, есть психические заболевания, потому что если они как-то не проявляются в данный период, когда заключается брак, то они могут проявиться впоследствии, и это будет, конечно же, поводом к расторжению брака, когда вот один из супругов не сможет больше терпеть этого. Опять же, это могут быть какие-то физические наследственные заболевания, которые, опять же, могут в конечном итоге привести к разводу. Отец Віталій, ви сказали, що існує така статистика розторгнення браків саме церковних. Взагалі, як церква до цього відноситься і чи всім вона дає дозвіл, аби розірвати такий церковний шлюб? Да, статистика, к сожалению, это очень печальная, потому что, как бы говоря даже о собственном личном опыте, я могу сказать, это очень часто так бывает, когда после того, как повенчаешь пару, потом вот встречаешь на улице там, жениха или невесту бывшую, то есть уже мужа или жену, и спрашиваешь, как вы живете, как там у вас все, то очень часто ответ бывает, мы уже не живем вместе. И если честно, это, конечно же, очень глубоко ранит. Потому что если двое все-таки не смогли найти единство, не смогли смириться друг перед другом, не смогли ради любви и ради даже того же венчания, ради Божьего благословения все-таки сохранить семью, а иногда даже ради детей, то, конечно же, это очень печально и очень больно. Но действительно, статистика такая очень серьезная, расторжений брака очень много, как церковных, так и зарегистрированных только в ЗАГСе. Какие
что ставит церковь для первейшей, то есть почему расторгается брак, это в Евангелии говорит Господь, что кроме вины любодеяния нет другой причины, чтобы расторгнуть брак. То есть если один из супругов по какой-то причине нарушает единство брака. Ну, сейчас, конечно же, как бы вот диапазон вот этих причин, он очень возрос, потому что современное человечество теряет христианский дух, теряет христианское смирение, и иногда причиной может даже такая банальная фраза служить, как «не сошлись характерами», это очень часто приходится слышать. Не сошлись характерами, не смогли понять друг друга, и поэтому мы расторгли брак. На самом деле, просто эти люди не хотели узнать друг друга. Часто к совершению брака подводит просто какая-то некая влюбленность, когда или даже плотское влечение друг к другу, которое очень быстро проходит. А когда уже начинается семья, семейные будни, когда нужно как-то применять мудрость, смирение, вот это уже не хватает. А влюбленность прошла, вот этот цветочный период прошел, и малейшие скорби, малейшие какие-то проблемы семейные уже служат к расторжению брака. Я бы не сказал, что это, конечно, по-христиански, но все-таки это, ну, служит в современном мире, тоже служит к расторжению. Если, например, один из супругов наркоман или алкоголик, иногда тоже такой брак не может больше существовать, потому что семейная жизнь превращается просто в ад. И, естественно, даже со стороны церкви, как бы, допустимо, когда вот совершается расторжение брака. Но снова же повторяюсь, любое расторжение брака, это даже какое бы оно ни было, даже если это прелюбодеяние присутствовало, все равно это для церкви есть скорбью. Потому что всегда можно понять, всегда можно смириться, всегда можно найти другой путь, чтобы все-таки сохранить семью. Отец Віталій, а от чоловік, я вас попрошу назвати те або сказати рецепт щасливого браку з точки зору церкви. Що до чого мають іти двоє закоханих, що дотримуватися, як відноситися до одного, щоб цей брак вдався як офіційно і був зареєстрований у радці, а також перед Богом? Ну, звісно ж, це крепкий дуже фундамент. І цей фундамент не стільки і не тільки любов, как это фундамент взаимоуважения. Если будет взаимоуважение, то семья будет крепка. Ну и рецепт, я не знаю, могу ли я его сказать, имею ли я право давать рецепты. Я скажу, как говорил один такой мудрый священник, как однажды он сказал, только что повенчавшейся паре. Он сказал так: а теперь кто мудрее из вас, пусть первый идет на компромисс. Очень хороший рецепт. Потому что уступать друг другу и смиряться друг перед другом – это обязанность супружеская. То есть не настаивать на своем, пусть даже трижды праведном и оправданном мнении, на своей точке зрения, пусть она будет даже в истинной последней инстанции. А действительно большая мудрость – это когда мы, несмотря на свои маленькие правды, все-таки идем на компромисс, все-таки уступаем. Все-таки ради сбережения тишины, спокойствия, мира и любви в семье идем на уступки. Иногда промолчим, иногда как-то смиримся. Поэтому я думаю, это самый лучший рецепт. Дякую, отец Віталію, за нашу розмову. Отже, поєднуючи свої долі та серця, людина сподівається, що її життя стане кращим. Тож нехай Господь Бог їй допомагає у цьому. А наша програма закінчується. Я з вами прощаюсь. До побачення.